что сегодня небо стало выше и светлее, нам улыбается теплое весеннее солнце, а в воздухе витает что-то необъяснимое, такое радостное, счастливое и светлое. Вы это заметили? А это значит, что к нам пришла весна, и снова засияют улыбки, а сердца откроются для любви. Вместе с весной к нам пришел и замечательный праздник 8 марта, который согрет лучами солнца и женскими улыбками. Украшен россыпью цветов и согревает огоньками любви. Наши добрые и терпеливые, нежные и заботливые, любящие и понимающие учителя и все женщины, которые трудятся в нашей школе, наши мамы и бабушки, дорогие девочки, здравствуйте! Концерт наш – подарок для вас. Начинаем! Сколько чудесного и интересного в нашем мире! Но все же главное чудо – это женщина. Ведь она – это великая тайна природы, неразгаданная загадка Вселенной, которая сравнится только с самой яркой звездой. 8 марта – праздник весны, любви и красоты. И, несомненно, именно поэтому весной женщины становятся еще красивее. Они словно превращаются в неземных волшебниц, которые дарят всем улыбки, свою доброту, нежность и ласку. Все женщины сегодня так прекрасны, так обаятельны, нежны. Посмотришь – сразу станет ясно. Вокруг – дыхание весны. На этой непростой работе среди компьютеров, бумаг, вы ярче прежнего цветете, как будто рядом добрый маг. Об этом стоит говорить. Нет русской женщины прекрасней. В ней сказка, молодость, мечты. В ней столько доброты и счастья. В ней песни, трели соловья. Не целый мир вместиться может. Об этом стоит говорить, и петь об этом стоит тоже. Yeah.
Должна быть женщине какая-то загадка. Вот именно, что слишком загадочно и непредсказуемо. Поэтому, как известно, миром правят мужчины. А мужчинами правят женщины. О да, конечно, сегодня я и не буду с вами спорить. Вы очень умны. Будем считать, что этот маленький недостаток прекрасно компенсируется нашей красотой. Если вести налог на женскую красоту, то проблем с бюджетом не будет ни в одной стране. Да, ты прав. Красота – это страшная сила. Только самому прекрасному мы даем женские имена. Вселенная, Земля, Родина, Мать. Женщина – какое слово? Какая в этом слове власть? В ней нашей жизни все основы – жена, любимая и мать. Как прекрасно слово «мама». Мама – самый дорогой и родной человек на Земле. Только мама все время думает о своих детях, даже когда они выросли. Ученики нашей школы исполнят песню для наших дорогих мам. Более учительница становится мамой всему классу. Для женщин-учителей всегда находятся особые слова. Хочется выразить огромную благодарность
за ежедневную заботу не только о своих родных, но и о всех членах нашей школьной семьи, нашему директору школы. Слово для поздравления предоставляется Дмитрию Владимировичу Ильеву. Уважаемые наши любимые, замечательные, прекрасные девушки. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником, Международным женским днем. 8 марта – это просто дата, а вот день международный, женский, а только для вас. Для вас и только для вас. Столько тепла, радости, добра исходит от вас. Столько нежности. И все это вы, наши дорогие, замечательные женщины, девушки. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, успехов, радости. Чтобы ваши родные дети вас радовали каждый день, каждую секунду. Чтобы наши учащиеся радовали каждый день и каждую секунду. Не огорчали, выполняли домашние задания, отвечали на уроках и приносили только радость. И наши учителя, ваши учителя, получали от этого только удовольствие. Какая бы ни была погода, сейчас за окном, пусть на ваших лицах всегда будет улыбка, в душе тепло и радость. С праздником, уважаемые коллеги! Почетной грамотой муниципального казенного учреждения отдела образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан за многолетний плодотворный труд в системе образования и в связи с празднованием Международного женского дня награждаются заместитель директора школы Снежана Николаевна Шабалова. Заместитель директора Алиса Надировна Бирюкова. Учитель химии Зилина Ильина Асадулина. Награждается учитель физической культуры Марина Сергеевна Басова. Всем успехов и добра. Спасибо. Алло. Привет. Я же просил не звонить мне домой. Ну, милый. Thank you.
Я скоро буду. Вы ошиблись номером. Бесспорно, женщина является лучшей половиной человечества. Во всяком случае, самой прекрасной половиной. Но для современной женщины только красоты уже мало. Да, ей нужно еще и дело. И дело это, можете поверить, она себе всегда найдет. Вот, например, в нашей школе женщины и учат, и лечат, и убирают, и охраняют, и проверяют, и подсказывают, и наказывают. Я заметила, Мурат, что женщины, которые работают в нашей школе, делятся на две категории. Рассеянные, те, кто постоянно забывают на работе перчатки, и внимательные. Это те, Полина, кто одну перчатку обязательно принесет домой? Вот ты говоришь, что женщины слишком загадочны. А я думаю, что достаточно знать некоторые правила общения с нами. Тогда все будет в порядке. Интересно, что это за правила такие? Во-первых, запомни, мужчины всегда правы, а женщины никогда не ошибаются. А если женщина будет не права? Срочно извинитесь. Да уж. Во-вторых, никогда не нужно пытаться думать, о чем женщина думает. Понятно, что у женщины на уме, то мужчине не по карману. Вот еще одно правило, Мурат. Никогда не надо пытаться командовать при общении с дамами. Полина, неужели нет ни одного способа командовать женщиной? Может и есть, только никто их не знает. Запомните, где собирается больше одной женщины, мужчинам делать нечего. Да, что бы вы делали без женщин? Кто, например, вас кормит, поет, одевает? Женщина. А кто воспитывает детей? Женщина. А кто предостерегает от дурных поступков? Полиция. Допустим. А кто создает в доме уют, тепло, поддерживает чистоту и порядок? Пылесос. Ну ладно, женщина с пылесосом. То-то же. Поэтому и песни, и стихи посвящают именно женщинам, мамам. Для вас выступает ученица 4 Г с песней «Эссей». Позе, на краю лежат стола. Ведь в марте дама козырь, какой бы масти ни была. Игра судьбы полна азарта. Не все и карты на виду.
как жаль, что день 8 марта всего лишь раз в году. Мы предлагаем вам вспомнить 11 глаголов исключений и пожелать всем, чтобы их жизни было как можно больше. Сначала нужно вспомнить эти глаголы. Гнать, дышать, держать, обидеть. Слышать, видеть, ненавидеть. И зависеть, и терпеть. А еще смотреть, вертеть. Мы желаем всем нашим учителям гнать от себя разные дурные мысли. Ненавидеть лень, вранье, невежество. Вертеть судьбой в правильном направлении. Терпеть необходимость рано вставать, потому что мир так прекрасен. Не обидеть словом или делом родных вам людей. Зависеть только от своих принципов. Дорогие милые женщины, желаем вам счастья, радости, здоровья. Пусть ваша жизнь будет светлой и теплой, как весна. Мы благодарим судьбу за то, что она послала нам таких замечательных людей, как вы. Спасибо за тепло и поддержку, за то, что в трудные минуты вы оказываетесь рядом. Мы рады осознавать, что у нас есть такие надежные и близкие люди, на чью помощь мы можем рассчитывать каждый раз. Родные наши, спасибо вам за то, что не жалели здоровья и сил на наше воспитание. Пройдет 10 лет, 12, 50, забудутся в нашей памяти многие события, люди и встречи. Но что бы ни пережили мы, воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир детства, к образу матери и бабушки, научивших нас говорить. Вы всегда будете для нас лучшими людьми, и мы будем вас всегда любить и бесконечно уважать. И сегодня, в преддверии праздника, мы еще раз желаем вам мира, улыбок, семейного благополучия, счастья, здоровья. И еще раз поздравляем вас с 8 марта!